Как всегда, я Ролан Морозов, и сегодня я хочу вам показать, как вот добиться хотя бы вот такого депозита в Амеркапитале. Что добиться, это я покажу, как можно делать самый минимальный депозит в Амеркапитал. Вот для этого мы идем в раздел «Кошельки», выбираем, например, биткоин, как сегодня, нажимаем «Пополнить» и скопируем. Я уже ранее говорил, что в Амеркапитале нету ни минималки, ни максималки, что тут можно перевести настолько маленькую сумму, насколько позволяет блокчейн. Вот, давайте тогда нажимаем «Перевести», сюда поставлю адрес, двигаемся дальше. Давайте вот попробуем на примере $2. Так, нажимаю $2, дальше. Так, кстати, ага, у меня нету... Не хватает на... Давайте тогда $5 поставим, вот так 5. А то не хватит денег на подтверждение. Так. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. И подождем, пока требует мой кошелек подтверждение, что надо подтвердить транзакцию. И тогда... Все. Так. Подтверждаю. Извиняюсь, что чуть-чуть медленно. Вот и все. Транзакция подтвержден. Тут можно видеть детали этого платежа. То есть, видите, друзья, как можно совершенно с маленьких сумм сделать пополнение. Так что деньги придут. Я вам покажу, что они сюда дошли. И на этом и закончим, что не надо ждать, чтобы кто-то за вас что-то сделал. Начните именно вот из таких маленьких сумм. Наши денежки в биткоинах на биткоиновский кошелек. Вот таким простым способом можно начинать инвестировать совершенно, начиная вот с $5. Что если такой способ вам интересный, под это видео я оставлю ссылку на Амеркапитал. И в следующем видео я вам покажу, как сделать так, чтобы это $5 стали бы работать на нас. А с вами, как всегда, был Ролан Морозов. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал и обязательно делитесь этим видео с своими друзьями, чтобы они могли бы начинать инвестировать всего лишь с $5. Всем пока! Зарабатывайте честно и, главное, быстро!